И вот об этом мы как раз сейчас и поговорим, когда дождемся Сергея. И, собственно говоря, мы узнаем, а как же зарабатывать. Самое важное, ради чего большинство здесь, кроме, конечно, интересных творческих экспериментов, общения друг с другом, которое у нас было вчера замечательное событие, да, первая тусовка московского комьюнити Аркона. Это такая важная веха в нашей жизни. Вот, поэтому это на самом деле важно тоже, но заработок тесно. Итак, насколько я вижу, у нас уже горит красная кнопочка. Замечательно. Красная кнопочка у нас уже горит, поэтому, в принципе, мы можем начинать. Потихоньку дадим еще 2 минуты, надо собраться. И будем начинать. Ну, давайте приступим. Итак, как можно зарабатывать в метавселенной Аркона? Наша метавселенная — это не только развлекательное приложение, дополненная реальность, где есть какой-то забавный контент и play-to-earn игры. Это целый мир, где мы все вместе с вами. А вот и Сергей к нам присоединился. Сергей, добрый вечер. Все, Так, не слышно. теперь Не меня слышно. Да, Сергей, мы уже... Отличненько, мы уже начали, мы уже на записи, мы уже начали по чуть-чуть о теме, как можно зарабатывать в метавселенной Аркона. Самое главное, где деньги, как говорится, да? да. Итак, зарабатывать можно разными способами. Все навыки, которые есть в нашей с вами жизни, могут пригодиться в метавселенной Аркона. Сейчас эксперты пророчат, понятные причины, очень большое количество сокращений рабочих мест в реальной сфере экономики. Но, тем не менее, большинство из нас, мы с детства вовлечены в виртуальные миры, в игры, создаем какие-то аватары, играем там, с 3D-гаджетами, обмениваемся ими. Продаем. Многие из нас уже достаточно привыкли к этому виртуальному миру, и эти все умения, они пригодятся и в Арконе, потому что сращивание реального и виртуального мира, оно неизбежно. В мире дополненной реальности можно настолько много возможностей, и она гораздо шире, чем виртуальная реальность. Сегодня AR, или augmented reality, да, применяют в огромных сферах жизни, и медицина, и машиностроение, и логистика, и образование. То есть легче уже перечислить те сферы, в которых нет дополненной реальности, чем в которых она есть. Космонавтика, военные технологии, то есть оно огромное количество применений. И поэтому мы стараемся сделать возможности реализации разных проектов простыми и дешевыми. И это самое главное, да, то, что мы делаем. Поэтому начать какие-то проекты в Аркане могут не только люди профессиональные, но и те, кто не обладает специальными навыками и получают возможность с минимальными вложениями реализовать какой-то проект, проверить, протестировать, понять, нравится, не нравится, и начать его масштабирование. Вот, поэтому тем более в нашем комьюнити есть много разных специалистов, мы уже все видим, есть и певцы, и 3D-моделеры, и программисты, кого у нас только нет, которые помогут реализовывать любой проект. Play-to-earn, конечно же, Play-to-earn, который всем интересен, который всем понятен. Что это в Арконе? Самый первый простой кейс, который реализован у нас уже с вами, это возможность играть и зарабатывать реальную NFT и реальную криптовалюту и NFT через первый этап «Золотая лихорадка». Что такое «Золотая лихорадка» или игра «Охота за сокровищами»? Это очень простая вещь. После установления приложения Аркона вы отправляетесь на охоту. На охоту за сундуками, которые являются лутбоксами и рандомно выдают различное количество серебра, которое потом можно обменивать на токены Аркона. Соответственно, также есть еще там драконы, которые это серебро могут или увеличить, или забрать, также рандомно. То есть такая совершенно замечательная простая игра. Гуляете и зарабатываете. И мы проводим регулярно турниры драконов. Давно, кстати, мы проводили, пора бы. Между теми, кто особенно замечательно умеет охотиться. Следующим этапом золотой лихорадки будет игра Play-to-Earn «Замки и драконы», которая ожидает наше комьюнити. И это объединение фарминга и геймификация и поддержка NFT. То есть, в принципе, такая самая сейчас актуальная тематика.
И там будут и замки, естественно, которые можно будет устанавливать на свои участки земли, объединять участки земли. Будут драконы, которые будут на эти замки охотиться. Будут драконы, которые будут защищать эти замки. Все это будет в реальном мире, потому что мы с вами находимся в полной реальности. Будут возможные драконы, разбойники, фантастические твари, то есть все, что бывает в виртуальных играх, будет все и у нас, но при этом на фоне реального мира. Это на самом деле будет очень-очень классно. Можно будет входить в различные гильдии, которые мы потихонечку уже стали строить, вы заметили наверняка их в боте. Да? Эти гильдии будут активно развиваться после запуска Play Tour. Все замки, все атрибуты этой NFT, они сейчас находят на NFT стандарт ERC 1155. Естественно, все авторские права будут принадлежать владельцам, как и всегда с NFT. Также это можно будет продавать, сдавать аренду на любых других NFT-маркетплейсах, потому что наша основная задача быть кроссплатформенными и комплементарными с любыми другими платформами. Так что, в принципе, мы с вами показываем, как можно запустить. То есть это кейс, да, это плейтерная игра, это кейс. Мы можем показать, как зарабатывать на этой игре и запускать свои любые другие игры, если вам хочется, чтобы это были не замки, а драконы, а, я не знаю, космические пришельцы и какие-нибудь там еще что-то такое космическое, например. То есть любой кейс можно реализовывать такой, какой он вам больше нравится. Локализовывать под различные страны, культурные какие-то особенности. А что можно еще делать? Как еще можно зарабатывать? Можно сделать собственный бизнес. А, можно делать картинные галереи, открывать арт-выставки. Вот вчера все наблюдали, мы открыли арт-выставку, проверяли ее уязвимость или неуязвимость на хакатоне. Positive Hack Days, это было замечательно. Это была одна из реализаций картинных галерей. Можно сделать любую другую, какую вам хочется. Естественно, можно делать на своей земле рекламный проект. Это понятно, да? Такая очевидная, самый первый кейс, который приходит в голову, потому что если есть пользователи, интересно дать какую-то рекламу. У нас есть прекрасные билборды рекламные, на которых можно размещать как статику, так и видео. Так что все для этого подготовлено. По сути, рекламная мировая сеть, она уже готова, и совсем скоро на ней появятся очень замечательные партнеры. Понятно, что для ритейла подходит дополненная реальность, и это особенно актуально стало вот сейчас во время пандемии. Это очень заметно, что многие крупные ритейл-сети стали реализовывать проекты. Это тоже может быть интересно и разворачивать, опять же, масштабирование одновременно по всей планете. Так что бизнес-кейсов, которые можно реализовывать для заработка внутри Арконы, достаточно много. А что мы еще можем делать, кроме таких вот серьезных масштабных вещей? Ну, то, что мы делаем с комьюнити, это участие в разных конкурсах, в разных ивентах. И то, что самое простое, да, это без вложений финансовых, только вложение своего творчества и своего времени и своего желания. Что у нас есть? У нас есть хроники Аркона, где вы можете работать с соцсетями, развещать свои посты, любые мысли об Арконе и не об Арконе, но связанные с Арконой, и зарабатывать. Опыт, баллы опыта можно обменивать потом на NFT, которые нужны для, смотри выше, плейтерн, которые развернуты или еще только будут развернуты. Кроме этого, для хроник Аркона, для участников, еженедельно проводятся колеса фортуны, а там уже можно заработать абсолютно реальные и понятные токены, которые умные люди холдят, не менее умные люди идут продавать на биржу. Но, тем не менее, это абсолютно реальные деньги, которые вы зарабатываете своей работой в социальных сетях. Вы можете снимать ролики, вы можете за них также получать опыт, токены и NFT. А что вы еще можете делать? Вы можете участвовать в амбассадорской программе. Что вы сейчас и делаете? За амбассадорскую программу вы также получаете баллы опыта, которые можно обменивать. Так, что у нас еще можно делать? Собственно, все. Вы можете предлагать команде свои какие-то интересные умения, да? Словно снимать тоже видео какие-то. Любую помощь с таблицами, любую помощь с ведением
англоканал, огромное количество всего, что можно сделать в метавселенной, и поэтому она и есть метавселенная. Мы с вами этот мир строим вместе, сами его развиваем и вместе на нем зарабатываем. Вот так, наверное, вкратце. Сергей, добавьте что-то, что вам показалось необходимым. Ну, не стоит забывать про ретроспективные что-то. Награды, которые у нас периодически происходят, как в плане наших каких-то дополнительных ресурсов, там, ботов и активностей, какие-то внезапные конкурсы, которые, в которых могут принять участие самые активные участники комьюнити, ну и также о всяких ретродропах, тех же NFT и прочих для активных членов комьюнити и вообще, в принципе, для всех. Поэтому следите за новостями. Этот список Play to Earn кейсов, он, я думаю, будет постоянно дополняться. Например, партнерами к нам пришли те же Inbuilt недавно, запустили свою Play to Earn проект, будем так говорить. Запускают, да. Еще. Ну, хотя на будущее уже запустили, да. Да, те, кто смотрит из будущего, я просто немножко из будущего, да, там все запустили, и люди счастливы. Поэтому да. Да, все работает. Вы можете буквально просто найти... Самую простую вам идею подкидываю. Купить какую-нибудь землю где-нибудь в крутом месте, о котором никто не знает. Может быть, у вас в городе такое есть. Найти людей какой-нибудь условный. Давайте я вам сольюсь сейчас идею, вообще гениально. Можете какой-нибудь секс-шоу буквально сходить, сказать, ребята, хотите, мы можем перед вашим магазином установить целую там какую-нибудь экспонацию, которая будет привлекать людей. Вы можете это сделать, можете договориться и заработать на этом. При этом как бы вам здесь знание какого-то кода и вообще... глубинных познаний в метавселенных не нужно, потому что Аркона позволяет развернуть любой проект с помощью готовых NFT, которым вам могут помочь люди запаковать, либо вы их сами можете сделать, это довольно просто, и развернуть по щелчку пальца, можете даже не в своем городе, а где-то в другом. То есть любые фантазии, любые эксперименты, при этом команда Арконы готова всячески помогать и поддерживать. И если у вас будет какая-то крутая идея по реализации какой-то собственного, может быть, даже play-to-earn проекта, вы не стесняйтесь, приходите, возможно, мы что-нибудь с вами вместе либо с нашими партнерами придумаем. Поэтому, ну, то, что у нас есть, это, да, это несколько play-to-earn кейсов и сама технология, с помощью которой вы можете зарабатывать. Ну и, естественно, мы очень рады социальным активностям, быстро очень растем в этом плане, и все наши активные участники получают регулярно всякие ретроспективные награды. А самых-самых-самых активных мы не списываем со счетов, позволяем им активничать и также дополнительно поощряем. Да. Так что сегодня, еще раз повторюсь, был вопрос, как можно зарабатывать у нас? Проще сказать, как можно не зарабатывать, ничего не делать. А если хоть что-то вы делаете, хотя бы немножечко, то объем для заработка фантазии просто безграничен. Да. Мне кажется, что мы рассказали обо всем. Вроде бы, и тогда попробуем посмотреть, есть ли у нас вопросы, или все настолько понятно, что побежали зарабатывать. Давайте смотрим, есть ли у нас вопросы. Да, можете какие-то технические вопросы, потому что мы в этот раз не затрагивали особо технических деталей. Если у кого-то есть какие-то вопросы, вы можете, конечно, посмотреть наши прошлые АМА-вебинары по нашей амбассадорской программе. Так, к нам пришел вопрос, либо задать их сейчас, да. А, кстати, вот я подумала, что надо сказать о том, что фарминг у нас ведь еще есть. Это тоже способ заработка. Предоставление ликвидности тоже дает возможность заработка NFT. Так что, да. Небольшое еще дополнение. Давайте вопросы. Да, а еще можно холдить земли во вкусных местах. Ну, много на самом деле идей. Это не финансовая рекомендация, так, просто взгляд со стороны. Так. Точно, это не финансовая рекомендация, 100%. Да. В игре «Замки и драконы» предполагается установка сокровищницы на территории замка, которая будет приносить некий профит. Вопрос. Сокровищница будет ставиться за серебро, которое мы собираем из сундуков, или же за контент, который будет покупаться на маркетплейсе за доллары или аркона? Тут вопрос, я так понимаю, в плане того, что как эта механика будет реализована, и чтобы замок начал приносить доход, ну что-то дополнительно будет покупать. На самом деле, могу немножко спойлернуть, но члены комьюнити, которые у нас особо активны, они это знали и слышали на прошлых АМА, именно не в вебинарах. Мы будем кастомизировать всячески замки, и вы сможете покупать различные кастомизации для замка, там, костюмизации, что угодно, но сама механика Play to Earn, она будет разворачиваться без дополнительных вложений. То есть вам необходимо будет собрать весь набор. Это замок, земли, титул, домен. И все, вот у вас готовая
Здесь очень важно понимать, что как бы количество внутренних гаджетов будет зависеть от объема замка. Да? То есть, условно говоря, меньше замок, он может содержать какое-то меньшее количество внутренних всяких сокровищниц, каких-либо там, не знаю, ферм для высиживания драконьих яиц, чего-то еще. Больше замок, больше возможностей. То есть, в принципе, это будет очень достаточно простая механика. То есть серебро, оно остается, оно никуда не девается, да, также ваши замки, собственно, будут сначала генерировать серебро, а потом обмениваться, оно уже будет на токен Аркона, так что оно все связано, охотники будут приходить в замки, могут обменивать там свое серебро на токены, то есть эти все механики, золотая лихорадка, никуда не девается, серебро никуда не девается, они все будут между собой переплетены, все будет это гармонично проработано, то есть оно практически вот совсем скоро вы это все увидите, совсем-совсем скоро. Для будущего да. Это уже есть. Как интересно, будущее послание делать, правда? Да. И все уже заработали, да, абсолютно верно. Так. Еще вопросы? То есть простота и удобство и юзабельно. Да, да, так и есть. В целом, в этом плане... Да, 100%. Но мы стремимся к этому, да. Простота, удобство и юзабельность. Friendly к юзеру. Да, вообще в будущем мы... Хотим, чтобы люди рядом, например, со своими бизнесами в реальной жизни ставили какие-нибудь стенды с QR-кодами, и вы просто брали свой телефон, наводили на него и видели всякие виртуальные штуки. У вас скачивалось приложение Аркона и демонстрировало все. Поэтому что может быть проще, да? Чем навести телефон как на картинку сегодня, как и вот увидеть сейчас все? Находится, да. Да, так как сейчас вот реализована эта история, да, вот на этом хакатоне московском, очень, очень классно, то есть на входе тысячи людей подходят к QR-коду, скачивают приложение, смотрят на это прекрасное наше дерево Эйвы, которое таки все ждали, функционал, вот оно стало картинной галереей такой интересной, неожиданной. Очень просто и классно, да. Возле каждого места, где хочется поставить какую-то виртуальную вещь, и она будет сочетаться с реальным миром. Так, есть ли да. еще вопросы? Больше вопросов нет. Ну, резюмируя, можно сказать на вопрос, как заработать в Аркона, так же, как и в реальной жизни, только еще больше способов. Все, что вы придумаете, это можно перенести. Еще интереснее. Да, еще интереснее. Да, абсолютно верно. И что действительно важно, как сказал Сергей, это можно делать... Да, мы все уже привыкли к удаленной работе. Да, это стало такой привычной вещью за 2 года пандемийных. Так, собственно говоря, это еще более интересно. То есть мы можем, сидя в любой стране, в России, где угодно, зарабатывать, размещать свой контент на другом конце света и радовать там людей, и чтобы они деньги вам платили за просмотр вашего контента. Так что это очень органично и логично с последними всеми тенденциями по удаленной работе. Ремонт ли это прям такой сейчас самый основной тренд практически везде, и мы в нем. Поэтому действительно заработок, он классный, веселый, интересный. Да. Итак, если нет вопросов, мы, как обычно, объявляем конкурс мемов, который мы принимаем до завтра, и об этом сейчас будет сказано в канале, на тему вебинара. И запись будет завтра, вы сможете уже начинать отвечать на тесты. Да. Это был последний, да, Сергей, верно? Это был последний вебинар по амбассадорской программе. Да, это Нам был... кажется, что мы раскрыли все темы. Причем сделали это довольно быстро, да, их можно объединить, скажем так, в одну большую АМУ, примерно на 1,5 часа, и это немного, состоящее из 4 частей. Но не стоит расходиться, этот вебинар не последний, эта амбассадорская программа не последняя, хоть и первая. Может быть, будет немножко изменен формат, может быть, будут новые темы, но посмотрим. И тест это будет не последний, то есть вот сейчас у нас тест 4-й. Тест не да, последний, у нас будет да. еще 5-й. И еще одна штука, мы для вас тоже приготовили сюрприз. Поэтому напоминаю, что те, кто пройдут, а у нас большинство прошли уже прошлые 3 теста, да, на 80 плюс баллов. Сегодня, кстати, огласим результаты прошлого теста. И кто пройдет до конца на 80 с лишним процентов правильных ответов, тот у нас получит доступ к особым призам в итоговом колесе фортуны. Поэтому давайте, мы вас верим. И звание амбассадора, это же самое главное, звание да. амбассадора. Вы будете знать проект не хуже, чем его создатели. Это самое замечательное.
Ну что ж, не будем тогда затягивать, раз нет вопросов. Мы рады были всех видеть на этом вебинаре. Всем удачи и ждем ваших мемов. Да.